Всем привет! Вы на канале Union Auto. Сегодня у нас в обзоре два грузовика. Это Isuzu Forward, Mitsubishi Fuso Fighter, привезенные для наших клиентов. Первый у нас это Isuzu Forward 2008 года. С объемом двигателя 7,8 литров, 6HK1 модель двигателя идет. Имеем спальник, длину будки 7 метров. Будка у нас идет цельнометаллическая, целиком, без боковой двери. Состояние рамы идеальное. Грузоподъемность фургона идет 5 тонн, 6 шпилек. Купили грузовик на аукционе, с аукциона оценка 3,5 балла. С пробегом 850 тысяч километров. Что мы имеем? Шестиступенчатую механику, 2 места. Спальник, камеру заднего вида, ну, в принципе, все. Бюджет такой техники составляет 2,5 миллиона на ГТД, то есть на грузовых таможенных декларациях. Привезен под документы клиента. Обратите внимание на состояние внутри будки, просто в идеальном состоянии. Обшитый пол деревом, стены. Длина будки идет у нас 7 метров. Довольно-таки длиннобаза идет для 5-тонной будки. Это у нас Mitsubishi Fuso Fighter 2008 года с объемом двигателя 7,5 литров, 6D16, турбированный двигатель с электронным топливным насосом. И он идет у нас 8-шпилый, то есть грузоподъемность фургона 8 тонн. Это у нас бабочка на гидравлике. Также имеем мы гидроборд, книжкой так называемой. И сейчас продемонстрируем работу бабочки. Так, что мы имеем в кабине? Значит, у нас шестиступенчатая механика, камера заднего вида, двухместный, спальник. Пробег у нас этого грузовика 350 тысяч километров. Купленный на аукционе, с аукциона оценка 3,5 балла. И бюджет такой техники составляет 2,8 миллиона рублей на ГТД, то есть под документы клиента, под ПТС. Друзья, мы также можем привезти вам такие грузовики под полную пошлину, начиная с 2010 года, с электронным ПТС. Обращайтесь в компанию Union Auto, будем рады вам помочь.